О май гад, о май гад! Охотничий нож, байонет или фальшон? Всем привет, ребята, Кента пока на проводе. И сегодня у нас будет очень крутое, очень эпичное, очень трэшовое открытие кейсов. Так что, ребята, не смейте перематывать, ни в коем случае не перематывайте. Смотрите видео от начала и до конца. Ну а также, конечно же, мои любимые подписчики, любители халявы. Конечно, для вас Кента пока подарит 1000 монет одному из подписчиков. Так что, ребята, что вам необходимо сделать? Вам необходимо поставить лайк, подписаться на мой канал и самое-самое главное, ребята, напишите ваш ник в комментариях, ну а также что-то хорошее от себя. Ну что же, я думаю, что самое время начинать. Вот, ребята, наши кейсы, то есть, как мы видим, 5 золотых кейсов, ну а также 5 обычных. Ну что же, ребят, давайте мы начнем, наверное, из золотого кейса, и я очень сильно надеюсь, что мне повезет. Ну что же, я думаю, что самое время открывать кейс. Поехали. Надеюсь, вы, ребята, поставили лайк, написали комментарий. И мне выпадает... О май гад! О май гад! Почти керамбит, ребята! Почти вот сколько не хватило. Слушайте, вот это было по хардкору. Вот это уже было интересно. Так, ладно, все, открыли один золотой. Теперь давайте откроем один обычный, например... Ну, например, серебряный. Поехали. Фух. Так, из серебряного кейса мне может выпасть фальшон. Но, ребята, как вы думаете, что мне выпадает? Конечно же, мне выпадает скин на эмочку. Не, охотничий нож нет, фальшон нет, байонет нет. Конечно, эмка для кента. Ох, ребята, к сожалению, этот скин даже у меня есть. Так, давайте дальше. А теперь давайте мы откроем, наверное, бронзовый кейс. А вдруг повезет? А мало ли. Открываем, и мне выпадает... О май гад! Почти фальшон, ребята, я не знаю. Это просто какая-то жесть. У меня такое ощущение, как будто Fun of Guns меня троллирует. Как будто, знаете, как будто Fun of Guns это не игра, а это человек, и он меня троллит. Капец, вот это жесть, вот сколько было! Фух, поехали. Ребят, понеслась жара, поехали. Пожалуйста, что-то хорошее. Ой, нож-бабочка. Но, увы. О, ребят, неплохо. Я в шоке. Опупеть. Выпал крутой скин на дигл. Блин, ребят, я в раю. Вот это, блин, хорошее открытие кейсов. Так, ребят, поехали дальше. Блин, просто удачи на моей стороне. Вот это да. Так, откроем серебряный кейсик. Из него, ребят, может выпасть, я вам напомню. Может выпасть охотничий нож, байонет или фальшон. Поехали. Ребят, держим кулачки, нам необходим всего лишь один нож. Да ну вы шутите, опять скин на эмку! Ну, ребят, это уже не смешно, это уже обидно. Я, конечно, всякое понимаю, но, ребят, уже какой раз мне выпадает этот скин, блин. Черт возьми, это обидно. Хоть, конечно, я понимаю, что это красная редкость, мол, редкое оружие и бла-бла-бла, но все равно, ребята, я хотел чего-то получше. Ладно, давайте дальше. Не будем отчаиваться, потому что у нас еще... 3 золотых кейса. Ребят, это мега большое и мега эпичное открытие кейсов. Поехали дальше. Что же мне выпадет, ребят? Смотрим, и мне выпадает мой самый-самый нелюбимый скин на Save It Off. Спасибо, что сказать. Спасибо, thank you very much. Фух, ребят, давайте открою серебряный кейс. Надеюсь, что-то выпадет. Вот просто, ребят, держим кулачки. Выпал скин на АК. Ну вы не поверите, данный скин у меня тоже есть, и он мне выпадал миллиард раз. Так, ребята, а вот это уже называется неприятно. Вот это уже больно и неприятно. Ребят, ну давайте хоть что-то нормальное. Я не знаю, я уже миллиард кейсов открыл, мне вообще ничего нормального не выпало. Так, фух, ребят, ну это реально какой-то трэш. Так, у нас осталось всего лишь 2 кейса, и это, ребят, наша последняя надежда. Поехали. Ребят, просто держим кулачки. О, почти нож-бабочка, ребят, вы видели? Слева был нож-бабочка, справа был нож-бабочка, и по центру был этот скин на дигл. И черт возьми, закон подлости взял верх, и мне, ребята, выпал скин на дигл. Ай-яй-яй, как это было неприятно. Это было очень неприятно. И, ребята, наш последний кейс, я не знаю, пожалуйста. Ну, пожалуйста, удачи, улыбнись мне. Пожалуйста, я прошу, сильно. Все, ребят, поехали. Мать моя женщина, опять скин на эмочку. Ребят, опять скин на эмочку.
Да черт возьми, ну что со мной не так, ребят, что произошло? Ну что я должен сделать? Почему мне так сильно не везет? Да, ребят, я какой-то проклятый. Короче, все, ребят, я решил. Как только мы набираем под этим видео 2500 лайков, я, ребята, сразу же кабанщиком делаю следующее открытие кейсов. Ребят, давайте как можно быстрее набираем лайки, пишем хорошие комментарии. И я, ребята, намерен выбить нож бабочку. Да вообще какой-то нож намерен выбить. Любой, даже байонет, я был бы рад. Так что, ребята, ставьте лайк. Ну а мы заканчиваем. Вам всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Ребят, пожалуйста, не серчайте на меня из-за кликбейта, ребят. Ну вы же сами знаете, ну я же КНТПК, ну чуть-чуть покликбейтить можно. Так что, ребят, не серчайте на меня. Обязательно ставьте лайки. Пишите, какие есть баги в игре в комментарии. Я почитаю. Ну а с вами был ваш КНТПК. Всем удачи. И, кстати, да, забыл. Подписывайтесь на мой канал. Все, ребята, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!